Добрый вечер и снова здравствуйте. И снова я приветствую всех, кто решил заглянуть на мой канал. Сейчас у нас будет видео про мои пустые корейские баночки. Да-да-да. О Корее я говорю, ну, в смысле, о корейском уходе я говорю уже какое-то время. Я, ну, в общем, хочу перейти на корейский уход. Об этом я говорила уже, опять-таки, в течение какого-то времени. И вот я показываю, что у меня закончилось, и речь у нас пойдет о мини-наборах. Первый набор, о котором я сегодня расскажу, первый мини-наборчик, вот вы видите его перед собой, вот он. Вот мы даже чуть-чуть подвинем. Вот, вот так вот. Наборчик состоит из 5 средств, вот коробочка. Но на коробочке написано все по-корейски, разобрать что-либо невозможно, поэтому я ее уберу в сторону. И давайте поговорим с вами вот более прицельно. Итак, наборчик состоит из 5 средств. Да, я решила сконцентрировать свой уход на средствах одной марки, да, вот на линии. И сейчас у меня в использовании уже набор от Huxley, то есть практически полностью линию ухода от Huxley, и я ее кое-чем разбавляю. Вот, но основной уход все-таки от Huxley, он уже заканчивается, и вот скоро-скоро будут уже пустые Huxley. Ну а сегодня у нас вот наборчик от этот и наборчик от Сульвасу. Но о нем чуть позже. Итак, вот этот набор, это марка Hanyul. Набор называется, вот корейские названия произнести достаточно сложно. В общем, он называется Hanyul Rice Baek HVA Goh Special. В общем, не знаю, это набор, который сделан на ферменте красного риса. Набор на красном рисе. С ферментами красного риса. А также он использует в себе еще лечебные травы и натуральные ингредиенты. Вот, он включает в себя 5 продуктов. Это крем для кожи. Крем для кожи вокруг глаз, 3 мл. Вот, это он. Если мне не изменяет память, как раз вот это он, 3 мл. Крем для кожи вокруг глаз. Дальше, потом это эссенция с ферментированными сапонинами женьшеня. 7 мл, по-моему, это вот она. Да, вот это она, 7 мл. Вот здесь у меня, я пыталась это так красиво сохранить, но все равно эти средства выпадают. Вот, а также это тонер на основе рисового экстракта и эмульсия на основе рисового экстракта. И последний продукт, это, конечно, вот этот вот антивросной крем, 5 мл. Его тоже достаточно сложно вытащить. Итак, наносим мы в следующем порядке тонер, эмульсия, сыворотка и крем. Вот, или тонер, сыворотка, эмульсия и крем. Мне кажется, я вот эмульсию наносила предпоследней, перед кремчиком, потому что она весьма жирная. Она гораздо более жирная, чем сыворотка. Вот, если мы будем, в общем, говорить об этом наборе дальше, то что я могу сказать? Запах у него достаточно специфический. Но, наверное, я не знаю, я еще не так хорошо знаю корейскую косметику. Вот, здесь достаточно специфичный такой травный, лекарственный, вот с какими-то вот элементами аромат. Но, вы знаете, то есть для меня, например, он не противный. Он, конечно, нетипичный для... Вот я не привыкла к такому аромату в уходовых средствах, но меня, например, он абсолютно не раздражал. Вот. Наборчик в целом мне показался достаточно интересным. И тонер. Тонер здесь достаточно был густой, такой не водичка, не жиденький. Вот. Но, вы знаете, мне от тонера казалось, что увлажнения все-таки маловато. Хотя я, например, использовала эти продукты в достаточно холодное время года, когда на улице было холодно, когда хорошо работала отопительная система в квартире. Конечно, все это дополнительно еще сушило кожу. Вот. И я использовала вот эти вот, вот этот наборчик и вообще с другой уход в том числе. Вот с этим вот тонером от Pyeongkangyul. Здесь у меня тонер объемом 100 мл.
Это не тонер из наборчиков. Наборчики, если я правильно помню, в наборчик входил тонер 200 мл. Ну, в общем, этот тонер объемом 100 мл, мне он понравился. Мне он понравился, он был такой достаточно густой, и он хорошо увлажнял мою кожу. Если я правильно помню, то косметика Pyeongchang You, она не отличается богатством состава, она как раз концентрирована на одном элементе, в данном случае это корень астрагала, по-моему. А в косметике Pyeongchang You очень многие рассказывали. Вот. Я могу сказать, что мне понравился тонер, он достаточно густой, он приятный, и для меня он служил хорошим увлажнителем. Вот просто тонера от Han Yul мне не хватало, у меня кожа была менее увлажненная. А с Pyeongchang You все было замечательно. Вот. Далее, остальные средства весьма насыщенные, весьма питательные. Мне кажется, что я так и делала. Вот этот крем я использовала исключительно в вечернее время. Я один раз нанесла его на день. И вы знаете, весь день блестела, как жирный блин. Вот, потому что это был карантин, мы работали все из дома, я работала из дома, я макияж не наносила на лицо, тональный крем не наносила на лицо, вот, и ходила весь день, лицо было как блин, жирненькое такое, напитанное, но как блин. Вот. Так что все оставшееся время я наносила этот крем на ночь. Вот, он до конца не впитывался, он все равно продолжал блестеть, но хорошо напитывал личико, очень даже неплохо. Вот, а все оставшиеся дни я заканчивала, вот, по-моему, вот эту эмульсию сверху наносила на лицо и все, на сывороточку. Вот, прикончила я этот наборчик где-то за 7-8 дней утром и вечером. То есть хватило его на 14-15 использований мне, по крайней мере. Вот представляете, какая я была экономная, если мне... А, нет, кстати, я вру, вот этот крем у меня закончился раньше. Здесь всего 5 мл, он закончился у меня раньше всего, и я догонялась еще там чем-то. Вот, но в целом от вот этого вот наборчика у меня очень даже неплохое впечатление. Это было мое первое знакомство, знаете, с такой вот корейской именно линией, не сборной солянкой, а линией. Вот я сейчас ставлю эксперимент, и вот именно линии себе подправлю. Вот мне было интересно, и для меня это был вполне приличный результат. Следующее, что я вам покажу, это два набора от одной марки, от марки Сульвасу. Или Сульвасу, все называют по-разному, кто где ставит ударение. Мне как-то вот удобнее говорить Сульвасу. Итак, два набора, одинаковые, кстати, вот это наборы. Это одна и та же линия, просто разный состав наборчиков. Один набор состоит из 5 компонентов. Итак, нашла. Я искала название этого наборчика. Итак, этот наборчик, насколько я понимаю, классический, очень известный от марки Сульвасу, или Сульвасу, как говорят. Это Signature Beauty Routine. Набор из 5 и из 4 компонентов. Одна и та же линия. Чем отличаются эти наборчики? Я специально брала, и, в общем-то, практика показала, что я не ошиблась. Итак, в большом наборе у нас имеется... First Care Activating Serum 8 мл. Стартовая сыворотка для увлажнения и питания лица. Бестселлер бренда. Вот. Здесь достаточно плотная такая. Вот она. Вот First Serum. И в том наборе у меня имеется First вот это Serum. Очень интересный продукт. Питает и глубоко увлажняет кожу. Действительно, приятное увлажнение. Действительно, вот с этим набором... Ну, мне понравился этот набор. Вот, значит, следующий. Balancing Water. Balancing Water. Вот этот пизурек. Balancing Water. Приятная водичка, знаете, очень прилично увлажняла лицо. Очень хорошо увлажняла лицо. Прямо вот мне очень нравилось применять ее. И в этом наборчике тоже есть Balancing Water. Следующий, третий продукт, это Balancing Emulsion.
Балансик эмульсион, вот она, тоже такая хорошая, интересная, смягчающая, увлажняющая эмульсия, питает и увлажняет кожу. Вот этот набор очень прилично увлажнял. Вот эта эмульсия делает кожу более сбалансированной и комфортненькой. Я действительно очень хорошо, очень комфортно себя ощущала вот с этим наборчиком. Вот эти вот продуктики, они по 15 мл, а активатинг серум это 8 мл. Значит, следующий продукт это концентратунг джинсинг реневинг серум. Серум с женьшенем. Вот. А, нет, я вру. Это крем для лица. Если я правильно. Или что это? Да, это крем. Концентратинг джинсинг реневинг крем. Крем для лица. Вот. Здесь у нас был маленький объем тоже. По-моему, действительно тоже 5 мл. Вылезала дочисто. И вот во втором наборчике тоже самый крем. И чем они отличаются? Они отличаются наличием крема для глаз. Вот. Я взяла один набор с кремчиком для глаз, состоящим из 5 компонентов. А второй наборчик у меня без крема для глаз. Вот так вот. И вы знаете, я решила, что вот этого крема мне хватит на 2 наборчика использования. Это вот Сульвасу Essential Rejuvenating Eye Cream X. И здесь у нас 3,5 мл. И вы знаете, вот здесь вот еще, мне кажется, миллилитра 2 осталось как минимум, если не 3. Ой, что я говорю, 2 мл. 3,5 мл, как минимум половина еще осталось. Вот, потому что вот, ну, капельку крема надо, ну, капельку крема надо. В общем-то, я не знаю, я не экономила этот крем для глаз, я наносила его так, как мне было комфортно, и его хватило вот на 2 вот этих вот коробочки, и еще осталось около половины вот этой вот штучки. Вот, но у меня сейчас выходит другой крем для глаз. Этот я оставила, есть у меня планы на него, что, как, когда. Вот, но очень вот этот крем очень экономный. И, кстати, очень приятный. Когда я пользовалась вот этим вот наборчиком, мне действительно все очень нравилось. Потому что здесь увлажнение очень хорошее. Увлажнение здесь лучше, чем в наборчике предыдущем, который я вам показывала, наборчике Хан Юл. Вот. Кожа себя чувствовала у меня замечательно, напитанная такая, увлажненная, в хорошем состоянии. Не было жирного блеска, кстати, вот от этого крема, как вот, например, от крема Хан Ю. Жирный блеск был на лице. Вот, очень довольна вот этим вот наборчиком. Мне вот такое знакомство с корейским люксом, с корейской косметикой понравилось, было очень интересно. Может быть, я когда-нибудь вернусь к этому набору, потому что у меня с ним связано, вот с этой линией, с ней связаны исключительно приятные впечатления. Ничего плохого не могу сказать ни про один продукт. Вот, но у меня просто сейчас в использовании набор линий от Huxley, а потом у меня, я как говорится, подбираю себе, что мне больше нравится, потом у меня еще задумка, а потом у меня еще наборчики стоят уже купленные, закупленные. А в общем, у меня есть из чего выбирать, я буду еще пробовать. Ну, а дальше будет видно, впереди еще много всего разного интересного. Очень интересная вещь, очень приятная вещь, хорошо увлажняет, напитывает. И вот даже в такое прохладное время года с отопительными работающими агрегатами с кожей реально все было хорошо. Вот. Вот этот наборчик у меня был, целый наборчик у меня был. К сожалению, вот я сейчас это не относится к делу, Пюнкан Юл, у меня еще сыворотка, у меня еще крем увлажняющий. Вы знаете, не увлажняли. Я использовала только вот этот вот тоник, который замечательно увлажнял. Как только переходила на сыворотку с кремом, у меня кожа плохо увлажненная. Не знаю, может быть, зимой и не подходит. Может быть, я их вот сейчас в мае начну использовать. Но на зимний период сыворотка вот из этой серии и крем у меня не пошли, потому что недостаточно было увлажнения, откровенно говоря, очень недостаточно. А то вот тонер мне понравился. Ну что ж, это было мое видео о законченных корейских продуктах для лица.
Если вам было интересно, я рада. Всего хорошего, спасибо за внимание и до свидания.